IT-сфера. Мы не собираемся ее сворачивать, тем более мы, как некоторые тут говорят, вот там Лукашенко сейчас всех айтишников повыгоняет. Да нет, не зря я этот парк создавал. Он работает и будет работать. Я просто сейчас занимаюсь плотно этим вопросом, потому что мне надо встретиться с айтишниками. И не только в IT-парке. IT-парк дал толчок к развитию айтишной сферы на всех предприятиях, в Академии наук. Надо поговорить с ними, какая помощь нужна. Я думаю, опять же, мы с Россией тут многое можем сделать. Мы, в конце концов, должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта, а не на побегушках быть у крупных компаний. Да, деньги, да, миллиарды долларов, все это понятно. Надо делать с нуля готовый продукт и осваивать его здесь, на постсоветском пространстве, прежде всего, Беларуси и России. Поэтому есть где развернуться. Да, конечно, нужны будут определенные средства. Но это не гигантские деньги. Мы вместе можем найти. И не обязательно там где-то по отдельности телепаться. Мы можем в союзном нашем бюджете, это вам знакомо, предусмотреть определенную тематику, определенную и развивать. Поэтому я думаю, что вот кооперация и импортозамещение – это те пути, по которым мы должны сегодня продвигаться.